Что изучаешь? Цифры? Да. Давай. Учи, мой хороший. Ну, все выключил? Включай заново. Скажи всем привет. Всем привет. Мы уже покушали, даже два раза позавтракали. Что мы еще? Мы покупались. Вот у меня волосы мокрые, буду сейчас сушить. Что мы поспали? В общем, мы сделали все, что можно. Я уже собрала нам вещи, чтобы пойти гулять. Накрасилась. И что вы думаете? Пошел дождь. Погода меня вообще поражает, потому что сегодня не обещали дождя. Как это так? Егор у нас... Пить. Егор у нас сейчас в Питере. Нашу экскурсию по аэропорту перенесли с 5 на 1 число. И вот он уехал один. Мы решили, что я с Дэнни останусь здесь, чтобы уже не трястись в этой дороге долгой. А он мне все расскажет, сходит, посмотрит. Я думаю, конечно, там будет очень интересно. Вот, ну, ничего страшного, переживем. Вот они начались каникулы, поэтому сегодня он первый день. Свободный, дома, не в садике. Буду его теперь развлекать. А может, он меня будет развлекать. Целый месяц будем вместе. Тебе хорошо, у тебя волосы короткие. Все уже высохло. А маме надо долго сушиться. Звоню Егору, не отвечает пока. Ко мне. Вот у тебя тут. Ко мне. Что там у тебя? Скорпион. Да? Скорпион. Мы отпечатываем насекомых в пластилин. Дэнни, давай бабочку отпечатаем. Давай. Смотри. Кладем. Прижимаем. Убираем. Так. Ух ты! Бабочка! Ух ты! Вот она такая красивая. Смотрю нашу погоду, и вот, посмотрите, никакого дождя в помине сегодня нету, завтра солнечно. Откуда взялся дождь, непонятно. Дэнни у нас обычно ложится на дневной сон в 11 и спит пару часов. Сегодня он лег в 10 утра и проспал 30 минут. Поэтому я не знаю, как он сегодня до вечера у нас будет бодрствовать, пока ему весело. Схватил мамину кофту. Ку-ку-ой. Все, я побежала волосы сушить. Начала сушить волосы. Хотела вам показать. Смотрите, какая милота вообще. Оля! Ух ты! Тимой Зойко принес пазл. Сел с мамой. И уже медведя собрал. Ну, вообще. Молодец, молодец. Давай. Оля! Ух ты! Умничка! Еще одна? Еще. Еще. Это красная шапочка. Посадила его на полотенце, чтобы попа не замерзла. Да. Давай. У нас здесь курочка ряба красивая. Ему нравится деда-баба. Деда-баба. Деда-баба, деда-баба. Погода рассеялась, и мы вышли погулять. Стало душно даже как-то. Наверное, скоро придется раздеваться. Где-то там все взял с собой необходимое. Дэнни, дорогу переходим. Давай, давай, давай. Дорогу переходим. Что ты хочешь сделать? Во что поиграть? Во что ты будешь играть?
Ага, вот где мы сейчас штаны-то протрем. Смотрите, после дождика. Отлично. Да. Ну вообще. И протереть нечем нам. Ну давай, съезжай. Джинсы плотные, выдержит. Давай. Один раз протрешь, и можно будет кататься. Поехал. Раз, два, три. Ну вот, чисто. Ух ты, тут гриб лежит. Я копал. Гриб. Гриб. Да, это гриб. Кто-то положил его сюда. Ну, оставь его. Зачем он нам? Нам не нужен гриб. Оставь, оставь. Ну, положи. Ну да, там муравьи уже, мошки ползают. Клади его. Ко мне, ко мне. Мы пришли на детскую площадку. Будем здесь играть, пока Дэнни надоест. Такое ощущение, что дождь еще пойдет скоро. Я взяла Дэнни дождевик, а себе ничего не взяла, даже зонт не брала. Посмотрим, как пойдет. Новую песочницу нам сделали. Смотрите, как песочка насыпали. Все, ребенок занят. Песенки на финском. Будешь кататься? Давай, залезай. Давай. Опа. Опа. Ножки. И раз. И два. И три. Мама, маме сесть? Давай с тобой сяду. Давай. Ой. Ой. Старайся. Старайся. Так, шляпа упала. Но ничего, продолжай. Продолжай свой путь. Так. Так. Ну ничего, потом поднимем. Ну, ну давай, мама поднимет. А то, скажи, не могу я без шляпки своей, без кепки. Не могу, скажи. Так. Ну все, давай еще разок. Застрял? Мама, да. Ой, застрял. Мама. Да, ты сегодня все уже облазил. Ха-ха, мама-то сеяла, вон сидит. Ха-ха. Не маловато ли палка тебе? Мама! И кто там кричит маму? И кто там залез на камень? Мама! Ты хочешь лезть? Алло! А чё кричишь мама тогда? Мама! Когда? Оля! Ну я вижу, вон какой большой камень. Пора, видимо, в лес, ребята. Я нашла сыроежки тут, смотрите. Две такие сыроеги. Тут вообще мухомор был. Можно поискать. Кого-нибудь еще найти.
Ой, ты схватил. Так нечестно. Все, молча защекотал. Нагулялись мы на той площадке, туда потом вышли детки из детского садика. Дэнина воспитательница. Дэнни так обрадовался, убился в воспитательницу и кричит ей по-фински: «Няня, няня, няня, привет!» Просто вообще в таком восторге. Чувствуется, что, конечно, ему там хорошо, и он рад видеть и няню, и детишек. К слову сказать, там очень мало детей, практически все уже ушли на каникулы. Я с Дэниной группой видела одного мальчика, не знаю, может быть, кто-то был еще, но факт в том, что где-то человек 10 ушли на каникулы. Вот, поэтому мы сейчас вышли с той площадки, идем ближе к дому, и на пути у нас здесь есть еще другая площадка. Здесь вот красивый парк наш. Прошлым летом я тут довольно часто снимала. Где ты? Вот ты где. Да, ходишь пешком, молодец, аппетит огуливаешь. О, как тут, оказывается, тоже поменяли песочницу. Ой, Дэнни, ну что ж такое, дети. Сок оставили. Фу. Ну иди выкидывай его, иди в помойку выкинь. Да, да, да. Молодец. Все, не трогай больше ничего. Залезай. Вот сюда. Залезай. Дом. Пойдем домой, надо сказать. Домой. Не дома, а домой. Дом. Да, дом. Дом. Милый дом. Пойдем. Подозрительно, что Дэнни меня ведет сам домой. Обычно он гуляет и домой не хочет. По всей видимости, он захотел спатеньки. Нагулялся и устал. А я не хочу уже, чтобы он спать ложился, потому что будет потом куролесить допоздна. Может, сегодня пораньше ляжет зато. Пораньше тоже хорошо. Чешет головой. Смотрит. Давай. Голова так на бок. Повернуто. Пойдем, дорогу переходим. И тут, опа, нам новую пешеходную дорожку раскрасили. Как здорово. Сегодня хожу, удивляюсь всяким изменениям. Она, небось, еще сырая. А мы уже дома сидим, обедаем. Обед у меня салатик вкусненький, свеженький. Сидим, смотрим с Дэнни мультик «Найти Дори». Смотрим его в онлайне, потому что в кинотеатр не попали мы, поэтому Дэнни пока нравится, сидит, рыбки смотрит. Посмотрим, надолго ли его хватит. И как это называется? Уже у меня на плече засыпал. Рыбка. Проснулся сразу. Пойдем на диван заляжем. Будем валяться. Да. Да я не захотел кремом ножку помазюкать. Кто-то тебя поцарапал. Вон. Уж не знаю, кто это. Арис или это ты? Как? Давай, мама поможет тебе кремом. А ножку-то покажи. Вот так вот помажем. И пройдет завтра. Хорошо?
Все? Ничего больше мазать не надо? Мама. Пожалуйста. Говори всем пока, Зая. Пока. Пока. Все, Дэнни уже просто без сил. Сижу, жду, пока он кашу доест. Я не знаю, хватит ли у него сил на это. Но он уже все, глаза закрываются, ничего не охота, так что он сейчас покушает и все, отрубится. Надеюсь, будет хорошо спать сегодня. Я потом еще наведу на кухне порядки, разберу посудомойку, посмотрела, что, оказывается, у нас молоко, закрытое молоко, даже которое не открывали, у него сегодня закончилось срок годности, поэтому чувствую, завтра у нас будут блины на завтрак. В принципе, и хорошо, давно не кушали блины. Да. Да, все, мама побежала. Пока, ребят, мама. Пока.